Депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Серик Умбетов в рамках рабочего визита встретился с сельхозниками Талгарского района. В частности, парламентарий посетил три предприятия, которые занимаются выращиванием культур и разведением крупнорогатого скота. Подробнее о встрече расскажет мой коллега Алексей Цой. Всего два года назад товарищество с ограниченной ответственностью Green Eco начало работу. Сегодня компания одна из преуспевающих в регионе. В прошлом году на 1,5 гектара ТОО построила тепличный комплекс. Там выращивают укроп, петрушку, рукола, салатные листья и многое другое. Всего 20 видов зелени. Благодаря современным технологиям и зданиям аграрии могут получать урожаи как зимой, так и летом. К тому же оборудование не вредит окружающей среде. В год получает более 2,5 миллиона пучков зелени. Салат доезжает до той стороны, он двигается, она где-то на 5-6 метров в день она сдвигается. Серик Умбетов ознакомился с работой ТО Баймене. Его основное направление – выращивание яблоневого сада на 75 гектарах с применением интенсивной технологии. Всего ТО выращивает 9 сортов яблок. Оборудование завезено из Израиля, а саженцы – из Италии. Растения приживаются хорошо и уже в следующем году даст основную массу. Пока планируют построить плодохранилище вместимостью 5 тонн. Они 125 гектаров выкупили, нужно дать им нормально работать. По поручению Ельбасы мы должны выращивать отечественную продукцию, чем привозить из-за рубежа. Следующий пункт – СПК «Племзавод Алматы». На данный момент у предприятия имеется 1700 голов КРС и чуть больше половины галштинской породы. В сутки они дают 25 тонн молока. Помимо мяса и молока, хозяйство занимается осеменением. В прошлом году у нас отёл как раз закончился, сейчас вторая, третья лактация идет. Получается, выход на 100 коров 92%, среднесуточный валовый надой 25 тонн в сутки, в среднем на одну голову 28 килограмм. По всей ферме работает 40 человек, из них 5 специалистов, остальные рабочие. Доильный зал по современному стандарту, дэри-мастер, одновременно 48 голов доится. Основной у нас клиент это фудмастер и ТО «Шинлайн». Завод находится, естественно, в Алматинской области. Каждое утро у нас идет отправка, транспортировка молока, отгрузка. В ходе рабочей поездки в Алматинскую область Серик Умбетов посетил три крестьянских предприятия. В целом, мажилисмен пожелал удачи аграриям в развитии бизнеса. Также он добавил, что подобные стартапы будут поддерживаться государством. Государство сегодня идет навстречу любым благим инициативам предпринимателей. Правительство разрабатывает различные проекты. Главное – труд и упорство. Благодаря таким инициативам появляются новые рабочие места. И появляется все больше и больше отечественной продукции. Алексей Цой, Жасула Шинкинджи, телеканал ЖЦУ, Талгарский район.